Лев Николаевич Толстой, когда писал свой роман «Анну Каренину», он строго запретил своей служанке заходить к нему в комнату. Он сказал ей, даже когда принесешь еду, просто оставь ее за дверью и уходи. В одно утро, когда служанка принесла свой завтрак для писателя, она вечером этого дня увидела, что писатель не дотронулся до еды. Конечно, она забеспокоилась, подошла, постучалась, но из-за страха не смогла зайти в комнату. Она в попыхах связалась с родственниками Льва Николаевича, объяснила им ситуацию, и они в скором времени приехали в дом к писателю. Когда они вошли в его комнату, они заметили следующую картину. Писатель лежал на полу и плакал. Когда они спросили, что случилось, он ответил: «Анна Каренина погибла». С таким чувством Лев Николаевич писал свой роман. Он проживал все, что происходит с его героиней.